Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сейчас сезон мандаринов, мандарин очень вкусный, сладкий, но очень много корок выкидываются в мусорку. А ведь из них можно приготовить много классных блюд. Например, их можно засушить и сделать из них такую вкусную приправу для сладких блюд или для фруктов. Берем самые обычные мандарины, подойдут совершенно любые, какие вам больше нравятся. Очень-очень хорошо их моем, желательно со специальным средством или хотя бы содой. Затем высушиваем бумажным полотенцем и снимаем с них кожуру. Просто очищаем мандарины, как мы обычно это делаем. Никаких особенностей здесь нету. Теперь корки нужно высушить любым удобным способом. Можно в духовке, можно просто разложить на кухонной столешнице и оставить так на пару дней. Я обычно просто складываю корки на тарелочку по мере поедания мандаринов, и они у меня так сохнут сами. Теперь хорошо высушенные корки мы перекладываем в блендер. У меня вот такой вот блендер-измельчитель. Сразу же к коркам добавляем ванильный сахар или целый стручок ванили, если он у вас есть. Затем насыпаем немного корицы. У меня была молотая корица, но также можно взять и палочку корицы, немножко ее разломать и положить в блендер. И еще я добавила кардамон. Он у меня тоже был молотый. Теперь закрываем блендер крышкой и измельчаем все это дело на максимальной скорости, примерно 30-40 секунд. У вас должна получиться однородная консистенция. Ну, почти однородная. Теперь готовую приправу просеиваем через сито. Это делается для того, чтобы отделить крупные частички корок, которые в блендере не перемололись. Вот так вот должно получиться. Внизу у нас приправа, а сверху в сите крупные корочки. Кстати говоря, вот эти вот остатки корок тоже можно использовать как специю, например, для глинтвейна. Но в этом случае я их просто переложила в стакан и пока что убрала в кухонный шкаф. А сама приправа у нас получается вот такая. Очень мелкая по консистенции, ее можно пересыпать в солонку или в какую-то емкость. И лучше, конечно, хранить ее в баночке с крышкой, но у меня в тот момент съемки все банки были заняты, поэтому я просто сложила ее в стакан. И сразу же после съемок мне захотелось приготовить с ней кофе. Я просто сварила кофе в самой обычной кофеварке, взбила специальным венчиком теплое молоко. Взбитое молоко переложила в кофе, чтобы получилась пенка, как у капучино. И затем просто посыпала этой прекрасной ароматной цитрусовой приправой. Она пахнет просто потрясающе. Это настоящий, самый-самый лучший зимний запах. Она подойдет для любых сладких блюд и напитков, например, для какао, кофе или фруктовой нарезки. Такую приправу из корок мандаринов можно добавлять куда угодно, например, в кофе. Мы так делали последний раз. Уверена, что рецепт вам тоже очень понравился. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.